Краевская усадьба представляет. Сегодня 05 мая, 16 год. Была сделана теплица. Арочная, 3х6. Полимерно-порошковая окраска. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х20. Теплица установлена на брус 100х100. Пропитана антисептиком. На теплице установлены две коньковые фрамуги. На каждую сторону по одной. По торцам разрезные двери форточки. Также сделан резиновый уплотнитель на торцевой части. И система подвязки по две нитки на каждую сторону. Теплица крепыш 3х6. Две двери, две фрамуги. Краевская усадьба представляет. Сегодня 24 мая 16 года. Были построены две теплицы арочные, 3х8, близняшки. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х20, полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4 мм, 0,72 плотность. Теплицы установлены на брус, подготовленный клиентом. Веселый брус. Такой. По торцам, значит, разрезные двери форточки с обоих теплиц. Также система подвязки по две нитки на каждую сторону. И по одной коньковой фрамуге в каждой теплице. Крепеж поликарбоната осуществляется натяжной лентой. Вторую сейчас посмотрим. Все то же самое. Уральская усадьба представляет. Сегодня 25 мая 16 года. Была построена теплица арочная. Шириной 3 метра, длиной 4 метра. Каркас теплицы сделан из профильной трубы 20х20. Полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4-миллиметровый. 0,72 плотность. Теплица установлена на основание, подготовленное клиентом. Деревянное основание. В теплице есть коньковая фрамуга и по торцам разрезные двери форточки. Вид изнутри.